Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Шустрил, Джек Шепард и Артур. Здрасте. Мы находимся в том месте, которое у меня всегда вызывало просто нервный тик, потому что я боялся Старого Собора. А теперь тут безопасно, посмотрите, стоит Абрамс без дула, и все очень хорошо. И он здорово себя чувствует. Мы собираемся поехать в лагерь героев, и я отыгрываю роль маленькой безмозглой обезьянки сейчас. А, так вот как выглядит. Блэк Маркет Амо есть. Блэк Маркет Вейпанс. Круто. Охренеть. Нифига тут не те пушки, которые там. Там были те же самые пушки. Explosives. А вот этот я еще не смотрел. Гранаты. Вот уж тебе нравилось, кстати говоря. М24 Desert СВД, МК-16, МК-4СИК. О, трайминю. Блэк Маркет Амо. Но это все стоит дико. Просто. Да. Я хочу думать. Ой-ой-ой, тут стволы. Каждая пушка мега дичайшая. Что-то летит, но это такие стволы шоу. Но дело в том, что СВД это не совсем Black Market, там такие же продаются у нас. На самом деле я себе нашел оборудование, мне лучше ничего не надо. Explosives. Джек, не в ту сторону смотришь. М16А4 АПОК. Вот это неплохо. Он на высоте летит. Ох, как солнце слепит. Я вообще ничего не вижу, слышу там. Но ДМРа все равно нет, зараза. Во, увидел, снимаю. Ладно, ребят, айда. Наш лагерь. А там, кстати, пулеметчик сидит, между прочим. Ну, если он начнет сюда стрелять, то будет беда. Вот если у нас по середине дороги. Это боты, насколько мы поняли, это боты. Но боты, это не отменяет того. Кстати, вы говорили. Едой, наверное, да. Хавер дома? Мы счастливы? Это еще никто не проверял. Мы счастливы, я уже вижу. Так, хорошо, все на месте, все свободны. Погнали, пацан. Нам бы заправиться. У нас джерикены-то есть? Да нет. По-моему, нет. Кстати говоря, это скопичи. Да, такое. Разберемся. А, в лагерь героев что-нибудь придумаем, когда едем. До него еще 8 километров, и не факт, что по дороге нам не обломится никакое задание. Смотри-ка, там теперь какую-то памятную доску поставили. Прикольно. Где? Ну, где на старом кемпе этом. Где война все время шла. Днем, конечно, поприятнее, да? Ну, естественно. А, кстати. Мне нужна секунда. Центр поля, Макс. Остановимся в поле. Около Старого Собора. Вышку. В Хаймере. Ну, вышка, да. Вы вызываете главное. Так, что мы на кемпе? Окей. 8 километров до него. Я достал просто основное оружие. Я, кстати, помню это место, Альша, это где мы с Ярославом первый раз встретились. Если кто помнит такого персонажа. Прикольно в итоге. В конце все вышло, как вышло. Короче, история наших похождений в ДЗ знала как взлет, так и падение. Ну, в тот момент был взлет, и я убил двух человек. Ты выжил. Мы ушли. У Джека был взлет. А у Ярослава падение. Не, вообще очень круто было, по-моему. Ну, я бы не сказал, что я несчастлив из-за того, что вы расстались. Потому что я бы соврал. Пройдох. Ну, что делать? Так, ладушки, ладушки, что было, то прошло. 7 километров ровно. Подлетная дистанция. Как хорошо днем все видно. Это да. Офигеть. Действительно. У нас, кстати, есть что задвинуть? Мы так и не продали там. Или нам все нужно? У нас дохера там что можно задвинуть. Мы просто тупо все накидали в машину в предыдущей серии. И сейчас... А продать забыли. Ну, кстати, перед тем, как мы поедем на дело, нам лучше бы действительно сгрузить машину. Она очень, ну, под завязку уже прям. Да и вообще денежки никому не помешают. Интересно, ну, да. Там тоже Black Market есть? Если это лагерь героев, то разумеется. Мне кажется, там можно будет как раз за репутацию, если у тебя есть какая-то определенная репутация, покупать стволы типа ДМР и тех, что не особенно доступны. Велик! Чуть не шип. Велик против Хаммера. У тебя колесики, они что-то какие-то хрупкие оказались. Ну, еще это... какая-то машина стоит, УАЗик. Да, это я УАЗик, про который я вам рассказывал, когда на Волге ехал, он до сих пор здесь. Рестарт, кстати говоря, похоже, это место спауна его. Фак, колесо сломал. Дерева больше нет просто.
Колеса больше нет. Это наша машина, ей ничего не сделается, можем ее таранить. Давай с УАЗик снимем. У меня есть запаска, не переживай. Там три запаски. Так, блин, что не дергай. Так. А как снять что-то с оружия, с этого? Все, садись, поехали. Так, погоди, я тут два лишних колеса можно снять. Да, мы купим их. Все нормально. А еще в одно колесо, черт, сейчас. Ну, по крайней мере, мы отремонтировали колеса. Конечно, во всем надо искать позитив. Ну, еще парочку потом запасочек закину, подумаешь, ну, занесло машину, господи, ну, все не бывает. Так, че, кто мог... С газелистомашотом такого не бывает. Не бывает, но это же не газель. Это же газелистошот. Это не газель, это Победа 3.0, самая лучшая машина на свете. А кто крадет? Практически гасичи, да. Поехали, гасичи. Кому-то плохо, и, наверное, это машине, ей больно. А машина, кстати, вообще вполне себя чувствует. Ну, ей насрать, как бы. Джек, ты на мое место сел. Я тебя сейчас пристрелю. Окей. Ты не сможешь отстать машине. Дин еще это не продумал. А прикинь, так кого-нибудь решают выкидывать из команды, и типа, поехали вон туда, да? Угу. И сзади там удавка такая. А прикинь, как в фильмах про мафию. Ты садишься в свою машину, а на заднем сиденье сидит чувак, и пушка тебя тычет в затылок, говорит, ну-ка, а, видимо. Или маньяк с топором сзади, топором. Поехали, сынок. И все, что тут нельзя. Майкл Десанто какой-нибудь, да? Это, видимо, когда прогружается город, такая фигня. Какая? Не знаю, у меня 40 FPS, и ты тыркаешься. У меня сейчас, да, у меня сейчас не 40 FPS. Я еду аккуратно очень, потому что у меня не 40 FPS. Если было бы 40 у меня FPS, я бы жил бы в Сочи. А так не 40 FPS. А если было бы 40, тогда было бы 40. А так не 40, и что делать? Так, места боевой славы справа сейчас будут. Там, где мы первое дело. Денежное, очень денежное дело. Я даже не помню, где это было. Ну, ладно. Потому что если бы мы сделали сейчас, например, вот это дело, которое сейчас, у нас бы не было столько денег, чтобы купить снаряжение и машину. Так что я считаю, нам еще очень повезло с нашим первым делом. Что мы вывезли оттуда столько денег, сколько смогли. Стандартная наша пруха. Да. Ты хотел сказать не пруха. То есть бывает, как бы так не прятал, потом и все, и пошло. Да, и за один приход уже все. Не перло нам первые пару серий. Там будет скач. У нас сейчас будет полный брифкейс. Можем сейчас собрать, продав все добро. И когда мы это сделаем, мы можем купить сейф и заскладировать туда. Все, что нам нужно. А пароль, естественно, какой будет. 4 единицы. А, вот, тихо, да. Мы потом... Подожди, мы же договорились. 1, 2, 3, 4. Подожди. 4, 3, 2, 1, вы че? Ребята, у каждого будет свой сейф. И потом такие, а кто не помнит нашу комбинацию? Кстати, а знаешь, лучше знаешь, как сделать? Дать сейф человеку ответственность. Что? Что это? Сейф. Хер знает, что это. Черный ящик. Похоже на приманку. Нельзя лутнуть. Ты Ходим. Уверен? Да. Водитель, поехали. Нет. Я не оставлю ее. Верю. Автолюбитель, Коробочка. Поехали. Автолюбитель. Она черная. Поехали. Там золото. Зомби, да, зомби. Погнали. Местные уже против. Там чей-то труп просто. Что лежит в черном ящике? Я когда мы будем подъезжать к нему, сделаю эту песню. На этот вопрос отвечает Борис Бурда. Да. Опа, курочка. Борис Бурда. Как курица? Бедная курица. Разве были курицы? Да, были, кажется. Были, да. Такие курлык. Вот мне кажется, Борис Бурда знал, что в черном ящике. Борис Бурда в черном ящике. Автомобиль! Блин, ребят, ну мне кажется, мы реально там провтыкали. Да, это мы уже проезжали машинку. Там еще справа белая стоит, кстати, я видел. Блин, там точно был $1 миллион, я не уверен. Давайте вернемся. Мы могли бы купить в лагере, который там был, Black Market C4, и просто проверить содержимое ящика. Мне кажется, мы бы уже ничего не смогли проверить. Ну, золотым слитком, как минимум, было бы абсолютно пофигу на C4. Нет, здесь не сможем. Что ты хотел? Заправиться. Мы пока слили 1/3 бака за все наши. Ну, Хаммер он все-таки жрет.
Ну, все-таки у него и бензобак хороший. Как я вспомнил, как вы помните, еще в первом сезоне заправляли вертолет, чтобы хватило там на немножечко, на писечку. Полчаса бегали. 20 канистр. Из него выливалось больше, чем мы заливали. Пару людей убили. С пулеметом как-то рассказывал, раздавал говна. Пока заправляли, я там еще кого-то типа зомбикам скармливал. Да-да-да. Который прибежал, посмотри. Как золотые деньки. А потом посадили вертолет на гору, вышли из игры, зашли в игру и нет вертолета. Нет, ну что поделать. Как обычно. А когда сервак нам этот самый вырубило, когда мы в воздухе были? А когда нам вертолеты три штуки? Чувак, который из клана, мой знакомый, там эти вертолеты поставил. Он уже что, серьезно? Первого нет, второго нет. Три базы на серверах слил мне. А когда у меня вертолет упал? Да. Читер. На тебя одного как будто. Не, ну он прям на меня упал. Падает, он прям падает. На меня падает. И стоит, смотрит на него, нет, чтобы бежать. Не, это как в фильме «Прометей». Там девушка эта убегает. Там колесо такое, влево-вправо сверни, оно мимо пройдет. И она такая убегает от него. Короче, вот у меня такая же ситуация была. Километр подобное время. 300. Просто искал лучше кадр. Это же 100. Цикл. Кстати. На метр 200. Километр. А слева не та самая факторка? Нет, не та. На которой у меня был жизнь или смерть. Подожди, а что это за картофельные поля? Мы проехали только что. Да, это картофельные поля, ты ж не знаю. Может, тут можно выращивать пищу? Нет. Нет. Я бы нашел свое призвание, я бы картошку просто здесь. Кто-то упал. Что? Кто-то упал, говорю, наверное, Джек опять отвалился. Короче, Джек все, пришел в себя, он тут просто выпал, его рвало, как обычно, сожрал не ту канистру какую-то. Ну, сожрал не то, вышел, вылетел из хаммера и проблевал, заблевал всю поляну. Да, приятного аппетита, дамы и господа. И все, теперь Джек нормальный, почти. Мы ему говорим, Джек, хватит блевать, он, подождите, ребят. Джек, нас люди смотрят, он такой, не волнует. Не волнует. О, кабан по колесу чуть не бросился. И в экран такой еще, да. Кабан говорит, справа дом, вот этот чисто дом построенный, отвечаю, на 100%, это дом чей-то. Помните, мы слева машину ныкали? Я хочу такой же, слышишь? Артур, сделай мне такой же. Будет тебе такой. Смотри, а у нас куча материалов таких есть, готовых уже. Для такого дома. Так как его делать, я не знаю. Не важно. Там даже мост навесной есть. Мост даже навесной, подвесной. Там вообще все секси. Яма такая. Сейчас, подожди, я все-таки должен пробовать его ты. Секунду, ребят. Сейчас, я должен. Ладно, это шпайдер. Напылил-то, там мотоцикл стоит. Мотайка стоит, да. Unlock door. О. А это не в редакторе такой дом заделали, что типа можно сделать? Ну-ка, один... Один. Я не понимаю, как ты взламываешь. Три штуку. Четыре. Ну как? Нажимаешь 5, комбинацию и нажимаешь Enter. Там у тебя что? Цифры спереди и. Так, ребят, идите, я буду взрывать. Подожди секунду. Я им покажу, зараза, как сам. Нажимаю Enter, ничего не происходит. Да. А у меня, граната в машине. Отойдите, пожалуйста, ребята, от этой штуки к машине. Дружеский совет. Я отойду к мотоциклу. Нет, лучше не надо. Осколки посекут. И он, кстати, раздолбанный. И он закрыт. Джек. Что? Отходи. Fire in the hole. Ну хотя бы кусочки отлетели. Едем. Блин, ну я не знаю, как-то. Как-то же должен быть способ туда попасть. Сейчас я заеду, подожди. Подожди, не, пожалей машину. Хорошо. Справа вертолет. Опять где? Боты с пулеметом могут прошить. Сгушу. Он стоит, в смысле, Джек имеет. Бот стоит, вертолет. Стоит просто вертолет. Так, Джек, с дороги. Левее возьми, Джек. Разы левее возьми. Хорошо. О, в натуре, смотри. Подожди, это не тот вертолет, на котором боты летают? Может, они тут рядом сейчас? Да, ну может. Нет. Мы как-то его неаккуратно посадили. Я бы сказал. Эта машина закрыта. Это чья-то. Но при этом можно ее гирить, и тут есть L85 Holo GL. Ничего не могу гирить. Нет доступа.
Лучше бы я сюда гранатку закинул. Ладно, поехали. Да там что такое вдали? Там вертолет еще один стоит. Походу, это вертолет этого парня, который живет в этом доме. Нормально, свой личный. Два вертолета. Там еще белый. Это, по-моему, не вертолет, а самолет. А. Это вертолет, по-моему. Все в машине? Да? Да. Нормально люди живут на широкую ногу. О, кстати, 147 метров ехать-то осталось. Угу. Лагерь героя. Хорошо живет. Около сейф-зоны. Угу. Да, еще одна мишка была. Думаешь, они... Там, наверное, антенна наверху, да? А вот в этом лесу, вы помните, мы да. оставили Волгу, которую потом сожгли. Сволочи. Окей. Воспоминания. Чернорусь. Mm-hmm. Чернорусь ничего не заменит. Ничего. Слева там антенна какая-то вдали крутится. Mm-hmm. Ну там же этот, как его, аэродром. Что-то как-то тут укрытие я особо не вижу. Да и зона типа не зона совсем. Ну отсюда зайдем, наверное, из зоны. А вот и герой. Здравствуй. Не хочешь с нами разговаривать, да? Мы недостаточные герои для тебя. А здесь я в лицо выстрелил. Your humanity is too low. Блин, ну пушки у них, конечно, просто жесть. Your humanity is too low, трейдер. Вот да. такие а пушки. А сколько надо? Такая же пушка продавалась в этом Black Market. Да, с теплом. Короче, гайс, мы слишком плохие, нам нужно убивать больше бандитов. Ну тогда на поиски бандитов все, что я могу вам предложить. Так, ну я так понимаю, бандит кап он примерно такой же будет. Да. Поэтому нужно ждать задания. Или рвануть туда, где мы видели ботов. Например, на поляне, да, Джек? Нет, не хочу на поляну. Хочешь? Поляна это плохо. Можно красностав посмотреть, банду победы позырить. А на аэродром съездить. На аэродроме, кстати, да? Да, я почти уверен, что на Дамбе Победы что-то придумали там. А я практически уверен, что на аэродроме будут боты. Ну да, тоже может быть. Но это, в принципе, отсюда можно посмотреть. Аэродром-то стал промышленной зоной. Да, смотри, сколько там всего. И кабан. И вот только кабан не изменился, который в центре стоит. Что это справа за псина бежит дурацкая? Какой-то бульдог. Меня вот больше беспокоит эта антенна. Да все с ней нормально, поверь мне. На факторке чисто. Порядки. Там есть пара бараков, которые можно утонуть. Ай да? Ну а чё бы нет. Снайпер кроет? Потому что... Снайпер, снайпер с вами поближе поедет. Ну вообще надо быть осторожным, потому что из ангаров они могут просто появиться, то есть резнутся там и пойдут на нас. Придется их на голом поле валить. Ну так это нормально. Ну так мы-то тоже на голом поле. Блэк, сам? К нам? Сейчас становишь и пойдем. Там просто вот до взлетной полосы, вот это вот, тут можно в складке местности нормально. Тормози, тормози. Сейчас уже опасно выходить. Я думал, ты хочешь сесть. Я запаркую автомобиль около стройки. Корова ходит, все спокойно, да. Вроде. Шмальба? Нет? Что-то было, но я не уверен, что это шмальба. Так, у бараков летит, ходит. Летит вертолет. Так, все куда-нибудь спрячьтесь. Я настройка. А мне в кустик придется, если успею, конечно. Джек, может пометимся, как кореша? А, давай. Все. Лень? А, да, все. Я бы так сказал, ты не располагаешь, как друг людей, когда они наводятся на тебя, видят стрейнджмен. Садись ко мне в фургончик, подвезу. Короче, кроме зомби, как-то никого не видать. Чё насчет бараков? Ну, я про бараки говорю. Не, имею в виду в бараки зайти посмотреть, что там. Опаньки, кого-то убили. Опаньки, так и есть. Опаньки, опаньки. Опаньки, опаньки.
Опаньки, опаньки, опаньки. Бульдожик бежит, может шмальнуть по нему? Да, нифига. Возвращается вертолет. Не вижу его. Сзади. Ну, я его слышу, но не вижу, он очень далеко. Вижу тебя, Джек, с тобой куча зомби. Могу прикрыть, если хочешь. Полет. Мне сейчас вообще врататься некуда. Он на меня летит. Воу. Пипец, парни. Ой, пипец. Воу. Пипец. Он прямо надо мной. Боком прям заходил на меня, чтобы убить. Он сейчас, по-моему, как раз поворачивает и будет снова сюда возвращаться. Да, он так и делает. Я могу попробовать вышмалить кого-то, если есть смысл. А ведь а смысл есть. Пока не стреляет. И пока даже непонятно, он видит нас, нет? Да, думаю, видит. По-моему, было бы круто уронить вертолет. Ну, еще бы со снайперки, да, так? Колесо нашел. Возьму колесо. Как раз нам запасочка пригодится. Не, смотри, все-таки мой ноет. 4 НАТО, нифига себе коробишь тут. Как ты там вошел уже, да, в барак, Джек? Да, М9 ПБС лежат без патронов. А так-то нормально все, да? Да вообще отстой, ничего нет почти. То, что есть, я не понимаю, что это. G17 он лежит. Я еду за вами. Так второй еще барак есть. И ангары, и вышка. Да, я второй сейчас шел там. Возвращается. Он что-то знает. Возможно. АК лежит. Более удаляющие. Блин, я его реально не вижу. У тебя, может, дальность прорисовки пониже стоит? ПНВ нашел. Отлично. Еще одна из кого-нибудь убьет. Дорогая штука, да, кстати. Да, за 10 этих сможем продать. Да лучше не надо продавать, потому что такие вещи всяко рано или поздно одного из нас убьют. И нет, не факт, что получится труп утонуть. Поэтому лучше беречь, по-моему. ПНВ и GPS кейс найдем. Машину надо беречь. Ну и машину, соответственно. Ребят, ну, я за вами. Я за вами, он улетел далеко. Там, кстати, новых два ангара появилось. Перпендикулярно. Ну я в диспетчерку стоит. Пойду. Можешь эту залутать, как она? Пожарка. Странно, я бы на месте разработчиков здесь поставил кучу ботов. Аэропорт все-таки военный объект. Кто там крадется? Я. Поле, ты? Побежал, да? Ладно. Наверху диспетчерки ничего нет. Я беру машину, едем, короче. Нет смысла здесь торчать. По полю бежит Артур. Да. Хорошо. Пим-пим-пим. Там, кстати, он справа в этих ангарах тоже можно что-то получить. Которые строительные? Да. Ну, как тебе сказать, нам бы вообще разгрузиться, продать все, что у нас есть. Сейчас этим и займемся. Ну, окей. Так. Я еду. Так, взял стекло. Хрен его знает, пусть будет. Где кого подбирать? Я к пожарке сзади подхожу. Диспетчерки подъедь. Не вижу указателя, чтобы спуститься. Да спустись нормально, как человек. Здесь калашик лежит. Вот. Ясенька. Так, парни, я сейчас постреляю маленько у зомбиков, потому что калашик надо взять, кому-нибудь пригодится. Хаммер давит. Не, калашик не надо. Это уж точно не надо. Смысл. Джек, это было очень не кстати. Го. Ты жив? Крови. Да, ногу сломала. Крови нет. Что произошло? Это был лаг. У меня я успел до машины отбежать налево. У меня ты прямо под машину. Да. Сейчас убегаю сзади. Артур стороны. С другой стороны вышел. Макс. Да. Не-не, все нормально. Он заехал внутрь и давит людей. И как здесь мы чайки выйдем? Сквозь стены. Двери-то закрыты. Он силой мысли. Ты будешь садиться? Прямо да, так? Садишь. Да? Все, я сел. Мои ноги! Бьёт машину сильно? А? Вообще не допустим.
Если бы еще зомби машину били, Хаммер. А это что такое, мать вашу? Еще? Слева там здание новое. Еще барак. На поле люди. Справа вдалеке, по-моему. Люди? Живые? Ну, то есть эти NPC, по-моему. Не увидел. Прям за этой штукой справа на барак полутаем. Поле. Дайте я по-быстрому протеку. Давай. Протеку туда. Так, только сейчас. Так, чини ноги. Макс сломал, Джек, чини. Кто-то прыгнул. А, я понял, что у вас произошло. Конечно. Так, хорошо. На всякий пожарный. Мало ли что. Ну. Может, там ДМР лежит, а мы и не знаем. Зомбак выходит, будь осторожен. Так, быстро, где эта фигня-то дурацкая, но... Там два зомбака. Смотри, ему пофигу. Братуха, у нас столько денег, а ты не раскошелился на бесшумку. У меня я люблю G17. Как можно не любить G17? Так же, как можно больше любить SD. Ну ты смотри, его голова просто какая-то, я не знаю. Как яйца Чака Норриса. Ты когда-нибудь пробовал в них стрелять? Я и есть Чак Норрис, братюня. Я и есть. О, стрелы, ништяк, всю жизнь мечтал. Я еще издеваюсь, что ли? В бараках стрелы. Офигеть. Ну, военные перешли на легкий арбалет. Ага. Баллистические. Охереть. Ну, не знаю. Короче, Джек. Я что? Взял. Справа НПС вышел за ангарами. Ну я же говорю, бежали, чуваки. Два НПС смотрят в нашу сторону. Один прилег. Оно второй прилег? Прилег. Убит. Ну их больше было. Короче, я не удержался, хотя я G36 люблю, но это слишком круто. Так, что а нам? Тут у нас. Чё за СА-58 ПСО такое? Первый ПСО? Раз вижу. Дай посмотреть. Где оно? Оно в самом последней. С магазином. Я был бы рад, если бы ты взял его вообще. И... Да, я хочу такое. Вот оно наверху. Так, сейчас ФСБ. А, это ЦЦО. Да не, это такое. Я думал ПСО. А, ну ЦЦО. Выходим. Ну возьми, возьми. Да не, зачем? Возьми. Это АККМ. Чем типа. Больше оружия, тем все равно лучше. Оружие круто. Нет оружия, не круто. Слотов нет. Ну ладно. Не, я-то возьму, мне не сложно. Я вот еще и пулеметную ленту сейчас возьму. Джек, я не держался, как у тебя пушку взял. Теперь ты не оригинален. Да что ж ты будешь делать-то? Я его покупал. Джек, стрелял по кому? Я стрелял по зомби. А, все, садимся, едем. Ну, на самом деле я тоже собирался по ним пострелять, но увидел, что там аж тур. Так, и чё, ты не садишься? Я нажал садиться. Because I'm Batman. Такой палево вообще. Развели тут. Но там люди стоило того. Живые, да. Поднимаем хуманити. Убиваем врагов. Да, кстати, подняли маленько. Я смотрю, там по полю двое. Ну, я больше видел, на самом деле. Трое-четыре где-то было. Ну, остальные, видимо, засигали. Конечно, там такие психи. Два психа с пулеметом. Замечена группа бандитов. Супер. Только я сначала предлагаю. Мы вообще недалеко. Они рядом. Мы просто не сможем взять, если нас забит. Возьмем самое нужное. Почему не сможем? У меня весь рюкзак пустой. Ну окей. А там 30 с гаком. Ну у меня в рюкзаке СА-58, какой-то пулемет и патроны. Но при этом еще слуп, если там машина слева. Плевать, это УАЗик. Плевать, это УАЗик. Я вообще не верю своим ушам. Вот этот люк наверху, он такой офигенный. Его открыть, поставить сюда ДШКМ и все, радоваться жизни. Все что угодно поставить, да. На самом деле. Даже калаш на сошках. Ракетницу. Этому ракетницу все. RPG. Ты прикинь, о, 3 FPS.
Вот я когда в город заезжаю, примерно даже... О, там какой-то прикольный, тормозни назад, чуть-чуть сдай. Сзади, очень крутой грузовик сзади. Да, супер целый. Все военный армейский грузовик. Зачем он нам? Ну, он больше, он проходимее, он бронирование. Может, поэтому... Прямо так? Да, и вообще крутой. Черт, тур проедешь, ты с этой стороны как раз сидишь. А, нет. Mm-hmm. Смотри, какой он клевый. Ну, так он Джон Рэмбл бегал. Так, я пошел. Да это ж Фью. У него ж топливо сзади. Ты был прав. Ну, так он типа норм, нет? Да, вполне. Погнали, колеса. Я его выведу, там полутаем маринг. Погнали. Задом. Иди задом, поворачивай правее для тебя. Нет, не, надо было левее. Не, не, не. Я забор же въеду. Ну, плевать. Да, приезжай. Окей. Ну окей, ни хрена ты боком поехал. Мастер дрифта просто как на КамАЗе на том. Ну я нормально еду. Не парюсь. Офигенный тачандер. Жалко, что Фил. Угу. Вот на него, если что, можно будет нагрузить всякого говна. Да, но вот куда мы его денем? Что куда денем? Его. Used cars продадим. А, ну так это да, так это да. У нас далеко вообще зона этот... Километр. Продажа? Да. Продажа уже вот тут. Вот тут. Сейчас мы можем через нее проехать, если есть желание. Было бы отлично вообще. Сейчас скинуть просто мы очень... Тогда стой, не тарай меня тут позади. Нам вообще налево тогда, если... Нет, я далеко соблюдаю дистанцию. Хорошо, нам километр вот туда проехать надо. Вот так вот. И выезжаем вообще назад. Здесь просачиваемся. Джек говорит, шус какой-то ас. Я говорю, да, спасибо, хорошо. Положите и... на комод. Да. Вот вон продажа. За квартплату, за февраль. Не, спасибо, молодец. Положите на комод. Да там. Что-то та-та жу-жу-жу. Ну тогда я ухожу. Слушайте, я немножко потерялся в сторонах. Налево. А, нет, все нормально, да. Нигде не потерялся. Артур, там по дороге прямо и потом налево. Я не слишком отстал от вас. Окей. Я тут налево. Понял. Игорь, не слишком отстал. И прям полетел. Как надо. Да нормально. Нормально, да. Действительно. Я не сильно от вас отстал и проезжаю, такая та-дам. Та-дам. Так, сейчас будем продаваться, кстати. Активно. Русские не продаются. Ну так не, русские как раз таки продаются, но не сдаются. Спереди что-то стоит. Это по-фу. Корова. Это корова. Это зад. Так, все, господа, каждый продает, что может. Так, я хочу все оставить себе. Я сейчас заскладирую то, что мне не нужно. Точнее, то, что мне нужно. Да, да, мы не лезем. Пойду подзырю, сколько ПНВ стоит. Так, продать надо... Именно продавать слоты, поэтому продаем... Что такое Итан? ...58 магазины, пейнкиллерсы продаем половину долгую. Морфины продаем десятку вообще смело. Так, ну-ка посмотрим. Так, все, я нагрузил себя, я пошел в парень. О, братень в погонах. Натуральный. Уйди от меня. Что, ты перестал хоррором пугаться, да? Еще выстрелю, отойди от меня. Если кто не понял, то это костюм. Кого это костюм, Джек? Это костюм Сергея. Хорошо ты его представил. Сергей был обычным парнем. Но потом вдруг так взялось и... И стал супер Сергеем. Супер Сергей. Супер Серж. Вот это супер просто. Ты так не умеешь. Это надо быть супер Сергеем. Макс, у нас два зараженных. Угарная арма, да? Да, арма всегда могла.
смотри, корова, давай на нее набычим. Так, корова такая, отвалите нахер от меня. Слышь, ты куда пошла, тёлка? Давай боком, как доктор Зойдберг. Мне страшно выходить вообще. Я бы на твоем месте вообще выходить не стал. Опасные вещи творятся в Дейзи нынче. Что самое прикольное, это то, что в костюме военного. Ты купил мне? Купил? Да. Она у тебя в рюкзаке? Нет. Ты в машине получишь. Я купил 3 ленты, мало ли там понадобится. Там 5 лент в машине, бери сколько хочешь. А, кстати, да. У Джека же такие же боеприпасы. Да, кстати, да, я не собираюсь даже снимать эту одежду, я буду в ней теперь ходить. Так, ну, 2, я думаю, хватит. Что нам еще надо продать, ребят, подумайте. Don't know. В принципе... Машину сказали оставить, я его антибиотиков машину. Очень много. Сейчас. Пусть будут. Не, надо продать. Ну, начнем, нам 10 штук, нам 5 хватит. Зрители, на заметку, просто человек копит на сейф. Ему тоже, соответственно. Обманывают все. Я просто рационален. Давайте, говорит, не будем эти вещи подбирать, мы их купим. Потому что у нас миллиард бабла. А потом, ой, денег-то мало. Да нормально денег. На сейф-то этот, ну точнее, заполняется кейс? Да, наверное, заполняется. Вот эта пушка мне бы в предыдущую серию. Нормально было бы? Ну да, ночник и дальнее расстояние. Она как снайперка, в принципе. Только пуль тяжелее. А что ты не возьмешь себе от Соговскую какую-нибудь темочку? Да на самом деле, все, я это взял уже. Я с этим норм. Ну она довольно тяжелая, в ближнем бою трудностей. Не знаю, я, в принципе, вот когда я играл в арму, я всегда с ПКП бегал. Так что нормально, привычно. Эмочка ровней кладет. Ну, базару нет. А ПКП ровней отрывает. Отрывает, ну, дольше. Так, сейчас. Отдача у него, конечно, пипец. Дичайшая. Вообще пипец просто. У меня, блин, рюкзак 50 слотов, что за жизнь? Джек, давай скриншот. Джек, сколько сделал. У тебя слотов? Чего? Слотов сколько? В сумке. Слотов 60. Ох. Да у него вообще, ты бы видел, это какой-то коровий желудок. Тубус какой-то. Так, вы что, собственно, на Сергея тут что ли гоните? Вы что позволяете себе? Я властитель закона. С нами менты, короче, ментовская крыша, все нормально. Слышь, я прошу, полицейский. Пирай больше, все что надо, все уже есть. Ну, значит, возьмем, что не есть. Ничего не все. Арпичи, вертолет, лодочка. Жалко, ничего что с бандитами дома. Мы лопухнулись, уже их убили. Ну, да. Пойдем машину заправим, давайте. Подожди, да, я сяду сначала. Я пойду канистру возьму, куплю. Мы, говорит, не будем тратить. Покупают все, что можно. Так сзади вести. Здесь реально можно гору трупов навалить и везти. Почем канистра, сынок? Вопрос, зачем? Ну как зачем? Это же твоя прерогатива, как правило. Короче, да. Народ, не удивляйтесь, мы тут где-то полчаса сейчас втыкали, да. Один сейф поставили, но забыли комбинацию. Обманывает. Значит, забыли, Макс, я неправильно ввел. Я ничего не вводил, я вообще там, он изначально закрыт был. Да, конечно. Ага. Ну да. И, короче, занимались тем, что освоили новое, очень крутое движение, допустим. Новую технику. Ага. Летит что-то. Вот такое. А, что-то едет, слышь? Что-то едет. Я не услышал. Я да, отыграю. Да, роль... едет, едет. Тихо, я отыграю роль НПЦ. Тихо, тихо. Бикает еще. Хамерочек приехал еще один. Да, приехал, действительно. Закройте машину! Машину закройте! Так мы же не главное, псих. Джек, садись, S-драйвер. Так, все тихо. Никто никуда не сядет. Джек, ты закрыт в машине теперь. Я тоже. Да, реально выйти нельзя. Че, братан? Че, нормально сидим, да, Джек? Артур, по-моему, он сейчас нас продаст. Я его рюкзак зашил там АКМ. Макс, это далеко ушел? А, да, так, с Мелти сейчас буду. Слышь, если бы у него был брифкейс, я его украл. Я даже пересесть не могу. Мы наказаны.
А, так ты водитель, поехали, что стоим-то? Да нет, я не могу. Я бензин беру. Слышь, проверьте тачку, он же сюда зашел. Я не могу выйти. Закрыл машину. О, серьезно? Я даже, я говорю, положение не могу сменить в машине. Я его сейчас открою, парни, идите чекать. Я постою на палеве. Так, тихо, так, тихо, 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 все, открыл, открыл. Машину не забыть закрыть сразу. Да забей, вышли? Да. Подождите, да не чекайте пока, не чекайте. Сделайте вид, что вы занимаетесь чем-то полезным. Походите в вашей стойке. Ага, Джек вообще не палится. М-240. Я скажу, если он сюда пойдет. Я на палеве ставлю, я на палеве. Как побежит, чтобы он выйти не мог. Короче, там закупается патроны. Я у него золото спер. Бери, бери, Джангл Камо. Слушай, слушай, это как-то неправильно. Да дарбаль. Фан в Гуглс. Нам скучно. Пусть он там мелтингом пока занимается. А мы короче, здесь отдыхаем. Джек, тупо, ой, Макс, сядь тупо вот так вот, и он не пройдет. А не, он перепрыгнуть может. Может. Тогда лучше вот так просто стоим и все. А ты как-то вообще... Джек, увози его, Хаммер. Она же закрыта, он не сядет. Мужики, что делать будем? Я пойду канистру куплю. Он не закрыл его. Ты брифкейс забрал? Да не, оставь его у Хаммера, ты чё? Я ничего не делаю, я просто катаюсь. На его Хаммере? Да. Но он может я обидеть. У него золото забрал, два новых Googles. Я хотел их на земле положить, но они что-то у меня из рюкзака не достаются, потом машину ему закину. Ох, как это подло. Если что-то заподозрить, подло. Конечно. Подло. 6 часов утра, а что ты хочешь от меня? Ну ладно. И не вменяем. Хватит жечь топливо. Джерри Кан покупает за Сильвер, вот так. Поставил чтобы так, чтобы он не заметил, понял? Я сбил козу, короче, ему припишут Ой. Он так, а нет, это не он. Он парня, он выходит. Побежал. Я его не выпускаю, ладно, я выписал. Машина сама перепрыгнула, конечно. Пошел проверять, смотри. Опа! Пум-пум! Джек, ты специально выкинул на землю? Да. А что ты выкинул, Джек? Золото, которое спер. Ты не забрал его, типа? Погоди, погоди. Смотри, как повернется, давай покачаем головами, типа, бывает. Джек, случайно. Напиши ему, надо закрывать машину. Погоди, он что-то знает. Смотри, заметил. Он нам выложил сумку. Так у нас такая... Ну, то есть у меня такая, она очень клевая. Ой, я ее возьму сейчас. Next time. Погнали. Кого у меня? Два ПНВ его. Отдай ему. В сумке. Не могу, он бегает. Не, так положи ему на пол. Так не могу, говорю. Оно я не могу эту хрень подобрать. Такое делается. Ты на пол не можешь? Нет. Почему не можешь на пол выложить? ПНВ, надела. Это ПНВ, потому что она одевается сразу на меня. А, так выкладывай свое, доставай новое, выкладывай свое. Там их два. Короче, эту штуку так, я взять не могу. Арма такая, арма, ахаха. Короче, гоу. Человек, да подождите, блин, это же такой крутой рюкзак. Так он их два вам кинул. У меня уже такое типа есть. Нифига себе. А ты у меня не очень хороший. Раз на маленький. Я не могу. Короче, я золото я ему вернул, этот... ПНВ тоже все вернул, что взял. Поехали, надо заправиться. Кроме баночки с сардинами. Эх, ааа, какой ты. Не, я пошутил. Поехали, сардина. Ты так посмотрел на нас, как на идиотов. Выгрузили, скажут, все придурки уехали. Он хотел откупиться от нас, похоже. Конечно. Я сейчас такой выбежит из РПГ brother. Такой. Да. Я мое золото, ублюдки! Бразер. Кифом. Ах, Ивана из Питера убили, суки! Ты почему нам никто не отвечает никогда? Мы что, настолько плохие? Почему капса, Мартур? Ну я не знаю, мне лень просто убрать. Вот единственное, что я хочу сказать, заданий маловато, кажется. Можно бы немножко побольше.
хотя бы, вот, мы уже начинаем зажираться, и то хлеб. Раньше тупо катались, не знали, чем себя занять. А теперь тарились. Честно, задание. Нам даже не понадобилось 10 серий для этого. Ага. Ну, зато понадобилось 5 часовых. Что, в принципе... Так, что там по народству? Не так, чтобы много народу на сервисе. Спят сервер русский. Только мы тут втыкаем, я не знаю. Ты тут сказал слово русский. Как, ты нормально? Русский. А, мы же едем заправляться, точно. Я думаю, куда мы едем вообще? Еду. Я думаю, мы едем в Дейлс Касл. Я еду типа по дороге. Сейчас на Дейлс Касл можно повернуть, да. Можно в аэропорт сгонять. Там же на аэропорту вышки и толпы. Прикиньте, он за нами. Ну, что сказать. Когда меня кто-то преследует, обычно он нагребает. Ну, два пулемета и снайперка. В машине. Нет, в машине я тоже заспадировал. Макс выпрыгнет, закроет машину и скажет, я пошел решать, а вы сидите, вы наказываете. Пристегну наручниками к машине. Наручники у меня. Так что, вы реально зашли в машину? Это, кстати, такое... Такое можно мутить. Можно приезжать в эту сейф-зону и закрывать людей. Да, кстати. Это будет вообще смешно. Только жалко, что никто в чате не пишет ничего. Там можно было пообщаться. Ну да, типа поторговал. Ну хотя торговаться вряд ли. Опять этот черный ящик лежит. Ты посмотри, он даже столбик сбил. Короче, Артур, садись и поехали. Нам нужен водитель, который не отвлекается на черные ящики. Нет, у нас есть водитель. О-о-о-о! Вертолет летит. Столько денег! Ну, врушка. Врет. Столько врушка, денег! Ой, врушка. Меня. Я, кстати, не могу Monk быть. Monk is losing connection. Отлично. Че это я? Ты выпал? Я вполне возможно, что выпал. Я просто вижу Хаммер, но... Я ты вроде выпал. Как могу в нем смотреться. Ты ладно. Даже вышел из него. Ты вышел. Так, секунду. Ты сел, ты встал. Не-не-не-не-не, у меня просто, как обычно, соскочило. Макс, ты тут? Я тут. Алло? Алло, все хорошо. Только Джек, это... Джек отпадает, кажется. Как обычно, Джек. Посмотри на Джека от первого лица, он что-то двигается, не? Ну, нет, не двигается. Он сидит и улыбается. Ага, ну понятно, короче. Джек такой Джек. Перестал улыбаться. Он даже не дергается. Ну, хорошо. Далеко уезжать не будем, наверное, заждем, как он этот. Ну да. Подождем, как появится. А то еще на ходу отреспаунится, и мы его сшибем. Так что опять увидимся он через пару секунд. Он Джек? Здесь. Он а он вертит башкой. Да, он тут. Тебя плохо слышно. Он вообще, вообще он, не слышно. Он Гайс пишет. В чатике. Да. Алло. Алло. Джек. Джек, что с тобой? Давно вылетает. Перестань. Артур, а у меня скайп слетает. Как так? Ну да у тебя а не знаю, компьютер я вообще. У меня что, прямой канал сухой, что ли, блядь, стоит здесь? Джек, знаешь, как сделай? Вот сзади в компьютере есть провод черный такой. Вот выдерни его и больше никогда не заходи в эту игру. Что-то летит? Мне тоже послышалось, но далеко очень. Так, урода. Можно было. Не-не-не. Нам не нужен твой скилл кошмировский. Джек опять отвалился, по-моему. Джек? Джек. Я выдернул. Да, понял. Заправиться. Я прямо не выходя из машины, ребят, этим делаю. Заходите, садитесь, я не выходя из машины заправляюсь. Как жестко. Ты прикалываешься, чем можно подъехать. Смотри, она потихоньку идет. Все, поехали, уже Макс, почти заправились. Можно было сюда подъехать и авторефил сделать. Вертолет летит. Я и так авторефил. Вот теперь сюда летит. Предлагаю, пока не... Хотя это Мишка, наверное, обычно с пулеметами. Он нигде не будет, не бежит. Надо. Короче, он там где-то курсирует и... Мы на Дейлс Касл поедем сегодня или... Зеленогорск, на самом деле, я бы давно... Я его пипец как давно не видел. Ну, я вот посмотреть этот, как там вот эта военная база около телестанции. Помните, где аномалия была? Там было прикольно. Ну давай, короче, на Дейлс Касл, а потом уже поедем в Зеленогорск. Фак, я не могу. У меня ресивинг долгий какой-то. Да, то же самое. О, есть. Какой ресивинг? Я зомби задумался. Едем. Все, полный бак. Полный бак. Ветер дует нам в паруса. Мы идем полным ходом к победе. В паруса. Угу.
Совершенно не палимся. Что такое? Черный ящик еще один. И вертолет. Кто же такие дураки с черным ящиком? Гир. Доски. Тут есть коробка. Это, походу, кто-то собирался здесь что-то строить. Букет-мортер. Да, кто-то привез материалы. И теперь снайперит нас с горы, например. Поехали. Милиция. НЧР. Нас было трое. Я, Артур и Петрович. Попрошу его. Сергей. Сергей Петрович. Ну, Петрович. Это скин Сергея. Ну, но от Петровича от этого не перестал бы. Ну, не знаю, не знаю. Два вертолета. Удивительное явление, как двойная радуга. Да, действительно. И как же нам на них положить? Один-то, кстати, Хьюи так-то. Я все-таки предлагаю когда-нибудь сбить один из этих вертолетов. Чем? Просто из пулеметов гасить. О, Мишка на нас заходит прям. А, реально заходит. На нас! Да, и там пулеметчики. Он не попадет так, если так будет летать? Ну, конечно, не попадет. Ты что, ботов не знаешь? Кто там так, правым бортом голову стрелял? Не, он ушел, все нормально. Да он видит, что там свои. И все, типа. Он УАЗик на поле стоял без колес. Да, мы его уже видим четвертый раз. Ну, все время мне его охота просто. Проезжаем по этой самой дороге. Откуда я поехал? Ну, в дьявольский замок. 2.5 километра. Жека очень давно хотел. Джека прям охота в дьявольский замок. Я уверен, там сейчас будет просто крепость и все двери закрыты, как обычно. А слишком аппетитное место? Да. Я бы там сделал базу. Сразу там видно, что кто-то не смотрел мою серию Дейза. Даже говорить ничего не буду. Ну, например, ты там был? Если ты там был, зачем нам туда? Я был на другом замке, и там охренительно было. То есть ты нам хочешь показать? Да. Ну и я надеюсь, что здесь примерно что-то такое же. Понятно. Таблички опасность, внутри куча народа злого. Злого? Вот все завалено, да. То есть ты хочешь мясо? Ты хочешь мясо? Я хочу убивать. Ты хочешь хуманити? Слева там на горе стоит машинка. Да, стоит. Черная типа такое. Да. Вышечка. Ох уж эта вышечка, Джека. Тут у нас оружия, наверное, мало, да? Патрончиков, наверное, дело, что... не хватает, да? Потому что уже как бы оружие все есть, и патрончики. Может быть, есть, кушать ты хочешь? Может, понять. Еды нет? Может, воду кто-то все может выкинул? Может, пить хочешь? Воды еще 5 стаканов там. Я много пью. Начинай. Ох, я сказал, начинай, не облизывайся. Они делают. Как с горочки хорошо лететь. Сколько скорость-то? 66. Хорошая. А, у меня да, кровь теряется. Едем в дьявольский замок. У меня кровь теряется, тормозит. Кровь теряется. А помните, нас из машины выкидывалось, и ноги ломались, когда мы в дерево въезжали? Кто-нибудь залейте мне кровь, потому что я сам себе... Да, в принципе, я и сам себе могу. Не-не, давай, я безопасно это делаю. У меня руки бархатные. Ну, по тебе посмотреть, это видно. Даю. Так, не, подожди, что это я? Подожди, сейчас. К тебе должен подойти настоящий грамот. Подожди, ты должен... Да как так? Сейчас, секундочку, Артур. Это должен быть самый грамотный врач. Так! Кто тут у нас больной? Кому тут крошку залить? Сейчас сделаем так. Не двигайся. Я кровь теряю, да, быстрее. Так ты что, тебя перевязать может? Макс, не выходи из образа. О, ты врач знает, что делает. Доктор Аналов. Давайте. Все, залил. Полегчало все равно. Ну попробую бинт, я не знаю.
А ты прям теряешь ее, да? Ага. Может, ты заболел? Может, да. Ты простудился? Ты вроде не должен был бы. Один хер теряю. Так, что ты все-таки теряешь, кровь? Ох, потрясен. А может, ты заболел? Возьми антибиотики у доктора. Я попробую попить, у меня воды не так, чтобы прям в оконцове, но возьми все равно мало. Возьми антибиотики у доктора. Ну-ка. Доктор, вот подошел доктор, бери антибиотики. Сейчас погодь. Доктор не может долго так стоять, ему трудно, у него позвоночник слабый еще. Я все равно умираю, что со мной, бери доктор? Антибиотики. Доктор. Доктор, ты, знаешь, наверное, что... сожрал какую-то не ту еду. Я не знаю. Дверь у тебя, скорее всего, спит. И ты умираешь. Господи, что со мной происходит? Выпил. Выпил. Ну-ка. Нет, не помогло, доктор. Господи. Куки. Подожди, ты прям теряешь? Тепло, как твое тепло? Десятки. Не знаю, у меня вот эта вот пилюлька красная. Садись, короче. По-моему, ты заразился. Отлично, сейчас я вас заражу тоже. Эй, чё ты его машину... А он забыл. Он на карантине. Ничего, сейчас дьявольский замок, мы знаем, кто пойдет первый. Да. Ты? А мы в машине, пожалуй, посидим. Доктор идет последний, он может вылечить на крайняк. Я вообще не понимаю, о чем вы. У меня все в порядке, только вот эта пилюлька красная, и я теряю корни. Корни. А кровь плюсиком не бьется? Нет. А, подожди, у меня здоровье мигать начало. Ой, здоровье, говорю, пища. На воду он посмотрел, а на пищу не стал. Это шоу 6:30 утра, короче, что ты мне наговариваешь. Я в курсе, да. Мы даже ночь в Дейзи пережили, понимаешь? И все еще живы к чему-то. У меня здоровье возвращается. Вот это позор. Кстати, мы все по разу умирали, да? За сегодняшний цикл. Меня убивали раз 7, наверное, или 5, или 6. А, но это в самом начале было. Не понарошковые смерти, а нормальные. Нормальные? А, дважды. Меня убили с Артуром, когда я ехал на мопеде, подвез его на болото. А второй раз, когда я вернулся опять же на болото, и там убил этого типа, разменялся с ним, так что типа два. Меня первый раз сбило на Хаммере, на бронированном. Второй раз, когда я там чуть не застрелил чувака около этой взлетки на другом сервере еще. Ну, серии 5 назад, короче. Угу. В самой первой, да, когда еще бот убил? Первая или вторая? Вот у меня один раз бота убили, а второй раз чувак, который подстрелил меня, потом таскал. Он меня вылечил, сбежал за мной с топором и убил. У парня талант, надо отметить. Да. Че талант, копипастер просто. Ну, он еще так, некачественно скопипастер. Он же не разговаривал с тобой. Ну, а может, говорил, чата-то нет. Ну, может, задумка хорошая, мне нравится. Вылечить, чтобы убить. Две машины справа. Дьявольский замок, 400. Одна машина. Вторая вообще там разрушена полностью. Я убил нам колесо, кстати, опять почти. Ты молодец. Так, ты что, прям туда поехал? Окей. Я не комплексую. Подожди, а сейф же у нас сейчас в машине в этой. Ну, да, поэтому ты решил ее взорвать. Брифкейс. Стопэ. Ладно, хорошо, сейчас уже реально просрём это. Все, встаюсь. Все, встаю. Так, окей, Джек. Иди вперед. Тебя не жалко. Да вроде все как обычно. Да, обычно, да? Обычно. Петров! В бой! Кто-то даже идти не хочет. Младший сержант Петров. В атаку. Сзади кто-то там ключится. Да это я. Тут что-то лежит. Что это такое? Компот пак. 25 слотов, какой-то рюкзачок.
слева чисто джип. У тебя рюкзак на 60 слотов. Ну и кто тут? Никого нет. Нужен Паш. Тут доктор. Ни одной души. Даже ботавской. Артур, доктор справа прикроет. Все будет нормально. Господи. Ох уж, Лягухан, Лягухан. Слышь, Джек, пора ехать. Ух, ты что пугаешь так? Я пугаю, сам вылез на меня. Слышь, если маньяк... А если, кстати, маньяк с топором так будет подтрагиваться, это что? Это нормально будет. Я наверх хочу подняться на башню. Давай. Тут патроны какие-то лежат. Надо за машиной, все, надо ехать. Сейчас Джеки выйдет. Джек, а в каком замке ты говорил, там происходят страшные вещи? В этом говорил? Нет, я в зубе был, по-моему. Или не. Ну, в общем, в котором мы убили человека. Вроде там башня. Поднимаюсь. Может быть, здесь фура стоит. Парни, 7 утра, у меня 2-3 часа ночи, нормально. Еще посплю. Если у нас 7 утра, то у тебя 4. Нет, 4 часа. Чисто. А вообще ничего нет. Угу. Ну уж дьявольский-то замок, ну уж что-нибудь. Может быть, там по-моему какое-нибудь задание появится, типа там придите, там отбейте его. Может, но типа. Что хотел сказать? Принцесса в замке сидела, я спускаюсь. Молодец. Я купил чё, сейф, молодец? А, он нашел. Замок не понял, где. Мы вместе вышли. Потерял. Смотри, как заговорил. Дискорнословил. Вместе выходили, а потерял я. Кто газелист ушел? Патроны на Ленфилд, окей. Джек. Что патроны на Ленфилд берет. Ах, был бы тут Ленфилд, я бы его, конечно, взял. Джек, запрыгивай. Я бегу. Ты не так быстро. Ну чё, давайте на этом заканчивать на сегодня. Джек, ты будешь садиться или нет сегодня? Нет. Почему? Мы же ждем тебя, Джек. Садись, Джек. Не будь задницей. А, не получается больше так ползти. Давай, Джек, конечно, садись. Я могу вспылить. Очень смешно, Джек. Короче говоря, увидимся в следующей серии, пока эти двое тут друг друга не поубивали. В комментариях там: я закрою его в машине. Я не могу выйти, господи. Короче, да, в следующей серии поедем в Зеленогорск, может какая-нибудь работа там появится, так что увидимся, всего хорошего, пока. Всем пока.